Господь сказал в Евангелии, кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царствие Божие. Это само слово, если взять крещение, но как очищение есть. Вода – это, так сказать, тайна из тайн. Потому что, если возьмем изначально, Бог сотворил мир из воды и водою. Как такое может быть, да? А ведь Библия так говорит, она так. Для того, чтобы просто квартиру осветить, самой пить для здоровья. В общем-то, мы все равно же православные, поэтому, в общем-то, поддерживаем традиции, верим в это все. По многолетней традиции Мосводоканал принимает активное участие в праздновании великого праздника Крещения Господня, обеспечивая храмы и церкви города Москвы чистой питьевой водой. Мосводоканал, да? Я сколько раз по Москве иду и вижу, вот едет, надо сказать, цистерна с водой чистой питьевой. Она едет там, где не хватает воды. Где не хватает... Что это? Без воды ни туда, ни сюда, мы говорим. Знаете, такая пословица была старая. Посмотрите, гарантия есть. Подходишь к машине сразу, питьевая... А чистая, самая чистая вода, да? Я считаю, что лучше, чище. Найдем ли? Вода чистая, да, я посмотрела. То есть я еще попила, попробовала на пробу ее, да. Чистая, прям видно, что и в кастрюлях вода прозрачная, там не мутная совершенно. Ну вот мы один раз попробовали, она у нас год стояла. Ничего, совершенно не чистая, ни плесень, ни зелень. Мы замечали один раз такое. А так мы крещенскую набираем, пьем утром по чуть-чуть. Я бы всем сейчас пожелала бы обрести веру в Бога. Потому что если Христос сказал, что только крещением, так сказать, мы приходим к Богу, вот, такое слова, это истина полная. Ваша организация прекрасную миссию выполняет. Миссия, которая, так сказать, сама жизненно важная. Дай Бог вам успехов, дай Бог, чтобы вы вот, всех бы нас поили чистой водой, которую, как сейчас, вы приводите к нам. А наше дело освящать. Наше дело, так сказать, вкладывать божественную силу в нее. Люди идут довольны, вот как.